Раненого бойца доставили в Днепр, в госпиталь имени Мечникова. У него сквозное ранение головы. Врачи пока воздерживаются от прогнозов. Продолжается также борьба за жизнь жителя Авдеевки, который попал под обстрел боевиков. Операция продолжалась до самого утра. По словам врача, у парня тяжелейшие ранения, практически несовместимые с жизнью. И привезли обоих в коме-2. Сейчас кома-1 и того, и другого. Можно сказать, что есть положительная динамика. Маленькая, но прогнозов давать никак нельзя, потому что такие сразу погибают. Все возможное сделано, а там как будто.